Ой, мам, а что это такое? Это? Неважно, просто нажимай на кнопку, где написано «мама». Хорошо. Я люблю тебя, мам. Эй, Тим, ты купил мне шоколадку? Ой, нет, я забыл. Ну и паскуда же ты, я ведь тебя просила. Ненавижу тебя, ты худший брат в мире. Ага, все, я больше не могу это выносить, я валю из этого дома. С катертью дорога. Мам, Тима нет уже неделю. Он же четко сказал, что валит, он уехал навсегда. Ты должна что-нибудь сделать. Это был его выбор, захочет, сам вернется. Но я люблю своего брата, это все из-за меня. Мам, мне уже 15, и каждый божий день я всю жизнь выбираю тебя. И? Меня уже начинает ненавидеть лучшая подруга. Можно сегодня я выберу ее хотя бы один разок? Нет, ты должна выбирать меня всегда. Это обязательно. Вот и умница. Привет, Лиз, идем на уроки? Да. Что за тупые вопросы? Ты, кстати, сегодня ужасно выглядишь. Что? Это новое платье вообще-то. Оно максимально уродливое, в принципе, как и ты. Слушай, я думаю, нам сегодня лучше не общаться, хорошо? Мама никогда не могла объяснить, почему мне каждый день обязательно выбирать именно ее. Но сейчас ее нет рядом, и думаю, ничего страшного не случится, если один день я побуду доброй с подругой.